Так. Будет тебе тоже этот. Смотри, какой у них маленький участочек у Марины. Так, запись пошла. Значит так, друзья, мы в саду у Железова. Вы снимаете? Красный хутор. Пол, а нас? А я сейчас я дам. Значит, я представлю просто еще раз. Елена Александровна Савинич. Вот, аспирант Красноярского университета. Моя помощница одновременно. И в то же время у нее практика началась за 5 или 6 лет назад, производственная практика. И почему-то до сих пор не заканчивается. Но сейчас я передаю камеру ей, это очередной учебный фильм. А она будет теперь первый фильм. Я ее показывал, теперь она меня. Так, персик Венусенский, это вторая серия. Однажды случилось чудо, вот, и мне мой приятель из Минусинска привез 20 сеянцев абрикоса, который я назвал Минусинский только потому, что он возле Минусинска его растил. Его сад давно погиб, вот, сравнивали температуры, там получалось все одинаково у меня с ним. Он привез с собой дневник. Очень интересный человек, таких бы науку бы, но... Он любитель. И вот получилось так, что тут они были посажены, тут и вот тут. Что на данный момент есть? Здесь последнее дерево, причем это пошел от корня, почти от корня. Там вот такой вот пень. Есть фотографии великолепных урожаев вот этих вот персиков. Дальше я их убивал вот так. Вот таким вот способом. То есть нужны черенки. Я вижу. Нужны черенки. Вот, и это тоже скоро умрет, через несколько лет. Вот. Позапрошлая зима была 40-градусная, не выдержали. Погибли, но не все. Сейчас покажу, что такое адаптация по-сибирски. Это значит, садишь и смотришь, что из этого получится. А получилось следующее. За 2 года, а корни были мощнейшие, он корнесобственный. Корни мощнейшие, и за 2 года он где-то третью часть кроны уже восстановил. Еще 2 года, и если я его не убью вот этими вот обрезками, на черенки нужны, заготовка. Обрезка. Ну, все, в общем, вот такая картина. Значит, последняя зима была теплая до минус 32-33. Тут уж ему и мысли не было погибать, все кончилось благополучно. Что будет дальше, посмотрим. Итак, так как он все-таки вымер, 2 года назад он был один пень, потом где-то ниже пня вот такой пень оставался, пошла веточка, за 2 года вот таким стал. Теперь назвать его рекосведом я не могу. Пойдем, я интригую. Мирового по морозостойкости, который выдержал 40 градусов в последнюю зиму и сейчас живой. Выше снега. Как тут пропустить? Да я иду. 1, 2, 3, 4, 5. 5 штук выжило. Там 6, 6 из 20. Значит, есть, который бледный вид. Вот показывай. Вот, например, замерзает, отрастает от корня. Условия одинаковые. Значит, запада забор, тень, полутень. Это не лучшее место, это не тепловая подушка. Тепловая подушка, если бы вот у того была тепловая подушка, потому что там север. Это когда с севера защита есть. А это защита запада. А запада холода у нас не бывает. Горы, западных ветров здесь нет, юго-запада. Следующее. Вот теперь смотрим на вот эти 2. Вот это есть мировые рекордсмены по морозостойкости. Вот. Сразу видно, что этой древесине 3-4 года. Так, нет? Да. Этой 3 года, этой 2 года и вот это 1 год. То есть, я с них также калечил их, также с них брал черенки на прививку. Вот, вон. Все, вижу. Вон. Вот, и вторая, любуемся. Кто из них более мировее и рекордсменнее,
Я не знаю, ну посмотрите на эти просто. Я с той стороны обойду. Пожалуйста, а там солнце. Чтобы солнце. Вот они, приросты. Вот. Вы вот какого они. Роста? А у вас? В молодости было 7 метров. Ну, отпускайте 4. Теперь его. Сейчас, наверное, поменьше. Ну, значит, спокойно 2 метра. Да. Ну, это не просто в случае роли не играет. Если бы я не обрезал, не калечил, вот смотрите, сколько я нарезал. Вижу. Вот. Она была бы мощнее. Посмотри, чем 2-3 годами раньше. Вон отмерзшие ветки. Это еще раньше замерзали, потому что, ну, калека же, смотри. Да, вижу. Вот. Полукалеки, но, получается, несмотря на сильнейшую обрезку, страшную обрезку, полусмертельную обрезку, они выжили и пережили вот это вот. 2 года назад попало в зиму. Вот они, вот это и вот это. И мороз ее не убил. Мировой рекордсмен и мировой этого. А почему я говорю? Ну хорошо, на Украину они прекрасно. А посмотрите, что делается это. У Мезенова, он же присылает фотографию, подписывает. А Мезенов, персик, напомните, где Минусинский, живет? Брянск. У этого Макарова персик Минусинский. Теперь с Украины персик, а нет, у него не Минусинский, у него Манжурский. Но неважно, зато у него есть на Украине уже у троих есть, минимум у троих, есть персик Хасанский. Вот. Вот это вот я преподношу как мировую сенсацию, как мировое достижение. Вот. Я жду государственную премию, потому что этого достичь невозможно в Европе. Всегда, я полушутя говорю, шутить не вредно. Вот. Полу в Европе достичь невозможно. Нужно крайние температуры. Именно здесь получилась крайняя температура. Именно здесь, вот сейчас снегу показываю. Сейчас снегу 20 сантиметров. Ну, может, 22. Так. Уже январь месяц. На небе ни тучки, ни облачка, и месяцами не бывает ни одной снежинки. Просто чудо, что вот это накрыло всего недели две назад накрыло. Вот. Снеговой покров никогда не спасает нас от самого, от как именно как защита для плодовых деревьев. Особенно не спасает. И еще. Вот. Это очень важный момент. Когда-то я приглашал телевидение, они сняли, а ничего показывать не стали. И еще раз приезжала журналистка. И опять, зимой никто не любит этим заниматься, но такие раньше хоть чуть-чуть шевелились. И я показывал так, вот я сюда встану тоже. Смотрим сюда. Низ следа, вот старые мои следы есть, это где я черенки резал. Все. Вот это вот девственное покров, он должен быть абсолютно неприкосновенен. Даже ходить по нему нельзя. Вот. Это в идеале. Все это идиотские примеры, когда нужно якобы вытоптать весь снег. Оттаптывать. И называется снегозадержанием. Одна крайность, другая крайность. Взять и засыпать штамбы повыше, то есть подгорнуть и сделать то, что мы называем окучивание. Это другая крайность, ее приветствует. Но вот это окучивание, это ненавидят, терпеть не могут груши и абрикосы. К весне они, при таянии они сгнивают. Вот это вот я тоже хотел сказать, почему. Вот я вот про это зима. Можно спрошу? А сейчас давай, я пошел. Спрашивай. Вот, расскажите, пожалуйста, про вот это место. Про мы сейчас покажем. Морозобойну. Морозобойна, и как она сама себя залечивает. Так. Она себя залечит очень просто. Пожалуйста, крупный план. Во-первых, видно камедь. Вон она блестит. Да-да. Видно? Да. Вот. Это и есть ее залечивание. Открытая рана, она становится защищенной. Вот. Предлагается. Спасибо, что задала вопрос. Может быть, это мы разделим на два, потому Может. Что вопрос другой темы. Тут уже не важно, персик ли, абрикос ли, яблоня, груша. Камедь всегда появляется на морозобойнах. Ага. И на искусственных ранах, которые делают руками, секатором, пилой. Значит, и в том и в другом случае камедь трогать нельзя. Камедь – это святое, это защита дерева. Нам бы найти бы... Да мы найдем, я видела такие. Найти бы более яркий пример. Но даже это видно, что если бы я выполнил стандарт... Есть такое понятие почему-то.
классическое садоводство. И там 10-20 распространенных, я их называю, смертельных советов. Именно это и есть классика. Классика с комедии звучит так. Вырезаем до живой мясо. Ткани, потом зачищаем. Зачищаем, потом замазываем. Нет, перед этим протравливаем. Да. Потом замазываем. И вместо раны зажившей получаем страшную рану, которая после ножа, если ножом зачищает, после секатора, после этих, используя чего угодно, вплоть до стамесок там ведь. Главная задача их получается так. Дерево зачищенное, рана большая. И искусственные раны никогда не зарастают. Никогда. Я сделал, и у меня, кстати, вот пусть это слышат, пусть на этот вебинар не все успеют, он уже завтра. Праздники не до этого согласен, записи посмотрят. А ради этого я что делал? Я взял десятки, распилил деревьев, вот, и показал везде, где раны, искусственные, естественные, любые. Никогда, если я уже таких несколько сотен проверил за свою жизнь, назвав себя садовым патологоанатомом, ни одна не зажила и не заживет никогда. Даже на юге. Никогда. А внешне получается так. Замазали, вот, или просто даже краской. Берут, рану на кольцо делают, краской замажут, и никто не догадывается, что туда мороз пошел. А потом ежегодная обрезка требуется. Абрикосы требуют обрезку ежегодно, персики ежегодно. Вот. А здесь что получается? Здесь получается еще гораздо хуже. Почему? Каждый раз, когда я делаю вот такие раны, не на кольцо, даже вот такие я делаю, да? Ну, видно, что я брал черенки на прививку. Видно. Вот. Рядом, что мы имеем? Смотрите, мертвые веточки. Вот, через эти раны проникает мороз. И сейчас пойдем еще сюда. Можно пройти сюда? Пусть это будет второй фильм, но тогда он будет чуть-чуть длиннее. Отключить? Нет, нет. Если можно.